Вот вытащила свои запасы сушить. Тут у меня лук и чеснок зимний. И гром гремит что-то там. Вроде бы и солнце, но в то же время и гремит. Вот так я буду их сушить до самых поздней осени. Ну, не то что осени, в холодов, до вот этих самых. И в этих же ящиках они у меня и будут. Потом вот вытащу ящик, использую со временем. Потом второй ящик. И вот так и так. Я их не стелю. Хотя у меня в подполе, где у меня хранится, из палати. Муж у меня специально сделал из досок специально для того, чтобы сушила лук. А теперь я вот уже второй или третий год я не высыпаю. А прямо вот в этих ящиках они у меня и сушатся. Так легче потом доставить. Бах, один ящик взял и вытащил. Но, естественно, со временем перебираю. Так как бывает, что-то гниет, например. Если один гнилой оказался, то уже начинает там уже постепенно портить уже и соседи, короче, как говорится, которые рядом. Вот. У меня зимний чеснок, три ящика. Вот. Это вот для банки, а эти две, что, два ящика. В этом году, конечно, мало, но что теперь сделаешь? Дай бог. Вот это спасибо за это. Вот что вырастили. Да, два ящика садить буду зимние. Это вот. Это вот весь мой труд. И не только мой. Мы с мужем стараемся, как говорится. Все, что вырастили. Все, что вырастилось. Зато свое, понимаете, все свое. Без всяких там химикатов, удобрений и прочее. Некоторые бывают, не знаю, чем-то поливают, чем-то обрабатывают. Что-то только, что только не делают. Бог свидетель, я ничего из этого не делаю. Потому что я делаю это для себя, для своей семьи, а не для продажи. Я ничего не продаю. Это все для себя. Лук, он очень полезный, как говорится. Вот знаете, вот я вот, если честно сказать, знаете, что как люблю, в каком виде люблю лук кушать? Когда первый там что-нибудь, какой-нибудь супик там приготовил, мне обязательно нужен лук. Вот как будто вот, если я без лука суп ем, ну, мне такое чувство, что-то мне не хватает. Вот что-то вот, ну, это не то для моего организма, скажем так. Я потом, когда вот беру лук с хлебом, супиком, поела, все, я наелась, можно сказать так. Это вот то, что вот не хватало для меня. Что-то кругом пасмурно, тучки. Походу, надо все заносить, пока нету дождя. Так что вот лук у меня разный, и длинный есть, и круглый есть, и всякие есть. Так что вот, всем пока. Видите, какая у меня красота? Прям хочется снимать и снимать, да? Все свое полезное.